Всем привет из Подмосковья! И снова это я, Елена. И хочу вам показать, как я не подвязываю, а фиксирую пионы, гортензии, флоксы. И сегодня я хочу показать вам, что можно сделать из остатков строительной сетки. Вокруг оборачиваю, вокруг куста. Низ закрепляю электродами. Сетка никуда не улетает. И получается очень хорошо. Вчера был сильный дождь, и они бы у меня уже валялись. А они, видите, держатся красиво. Два куста, две вазочки. А это древовидные гортензии. Здесь сетка вот такая крупная. Видите, ее даже не видно. Лист закрывает ее полностью. И пока она еще не цветет, ну тоже, когда будут шарики такие в том году, они у меня не падали совершенно, а держалось так все хорошо. Вот электрод, видите, просто крючочек к земле пришпилила, и никуда сетка не улетает. Получается очень красиво. Цветы в вазе. И здесь точно так же. Белый у меня еще не зацвел пион. Он еще весь в шариках. Тоже такая же сетка. Все стоит аккуратно и красиво. И вот здесь вот флокс. В том году так он красиво стоял. Видите, обычная сетка строительная. И будут свисти и не падать. Все будет очень красиво. Вот такой вот маленький дружеский совет.